Ну и теперь к другим темам. Миграционный кризис, о котором столько говорили в Европе, но уже успели немного позабыть, и вновь напомнила себе. Береговая охрана Италии всего лишь за один день подобрала в Средиземном море более 1000 беженцев. Спасатели провели 6 отдельных операций у берегов Ливии, не обошлось без жертв. Опасные путешествия не выдержали по меньшей мере 5 человек. Остальных доставили в порт и оказали им медицинскую помощь. По данным ООН, с начала этого года до Европы по морю добрались уже более 200,5 тысяч беженцев. Кораблекрушение их погибли или пропали без вести более 3000 человек. Если вспоминать прошлый год, то в Старый Свет прибыли более 1 000 000 выходцев из стран Африки, Азии и Ближнего Востока.